Здравия желаю, дорогие подписчики. Я знаете, что подумал, почему я Русику постоянно проигрываю? Я потому что он свои видео снимает, а я не снимаю. С этого момента я тоже буду вести свой собственный видео-дневник гаишника. Так что, как говорится, хаю-хай, с вами Гай-Гай. Погнали! О, Русик. Здравия желаю, капитан Шуматаев. Офигеть, вы что, уже на башке, что ли, креспе прицепили себе, а? Да какой креспе? Ты что, прикалываешься, что ли? Это камера. А, камера это? Ну? И что я нарушил? Да ничего ты не нарушил, братан. Можешь помочь мне, а? В чем помочь? Я, короче, своим подписчикам сегодня хочу рассказать, за что могут забрать водительское удостоверение. Да там же все просто, там всего несколько... Это тебе все понятно. Ну, ну не все же гаишники знают об этом, а? Офигенные! Поможешь? Давай, что надо делать? Надо сейчас, короче, тебе резко вон там на красный свет проехать. А что, за красный свет разве права? Не, вот сейчас как раз и разберем эту ситуацию, а? И 15 тысяч! И договоримся, ну. Давай тогда, ну. Ёлки-палки, а? Оказывается, он сегодня на этой точке работает, а? Я не знал. Эх, хорош. Жуматаев, ты куда побежал? И пошли вон тебя, вон твои братишки меня теперь прессуют. Иди объясняем, ну. Он меня хочет забрать права за то, что я проехал на красный свет. За это забирают права? Видишь? Нет. Вот если бы я пьяный проехал на красный свет, вот тогда бы ты имел право у меня забрать права за алкогольку. Пьяным нельзя за рулем ездить. А так ты максимум не можешь выписать штраф на 10 МРП за красный свет. Кстати, Жуматаев, вы там что-нибудь там себе решите, чтобы за проезд на красный свет и тоже права забирали. Так аварийная ситуация создается. Так что, братан, все. Тогда заполняем протокол на 10 МРП. Ой, ну это вы с Жуматаевым сами договоритесь, ваши ролевые игры я не играю, давайте. Братан, пойдем, я тебе сейчас все объясню, а? Пойдем, пойдем, пойдем. Так, я сейчас по-любому Русика права заберу, а? Пока он в Донерку пошел, сейчас мы ему тут поддельный номерочек сделаем, а? Блин, блин, сломался маркер. Ничего страшного, сейчас другой пойду возьму. Так, где там этот Русик, а? О, идет! О, Жуматаев, а ты... Русик, здравия желаю! Здравствуй, Жуматаев, а? Чё ты возле моей машины как стоишь? Как чё, братан, надо права у тебя забрать. За что? Как за что? Ты ездишь с поддельными номерами. Где я с поддельными номерами ездил? Смотри, братан, у тебя здесь 039. 039? Правильно? Ну? Пойдем. Так, ну-ка, чё там? А здесь, а? 089. Заметно, да, было? Конечно, заметно, Жуматаев. Ты что делаешь-то? Иди отсюда. Ты молодец, конечно. Что я молодец? Ты молодец, ты кого ты взять? Задом сдавал, мне взял вперед, въехал. Ты... Да, так, я задом стоял, въехал. Здравия желаю, капитан Жуматаев. Что тут произошло? Чё? Человек меня тормозит. Нет, что ты врешь? Я вообще стоял, ты сам задом сдавал и прям въехал. Русик, вообще нарушения такие не нарушаешь, чтоб я куда-то въехал. Да, подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо. Это ДТП? ДТП, ну. У кого я имею право забрать права во время ДТП? У виновника ДТП. Ну? Ну, вот он виновник, он задом мне сдавал я и въехал. Я стоял на месте, он меня вот прям въехал. Чё ты врёшь, а? Чё ты врёшь, серьёзно? Мне его версия больше нравится. Офигеть, больше его версия нравится. Так нельзя сделать, серьёзно, вот ты тоже. Ты ж у меня недавно хотел мне за красный штрафануть. Блин, он тебя узнал, и бежим. Бежим, я тебе говорю, бежим. Да получается, что он с места ДТП убегает. А значит, я за это могу у него тоже права забрать, а? Стой, я тебе говорю, стой! Стоять тебе права, законом тебя прошу, пожалуйста, остановись! Жуматаев, у тебя сегодня ничего не получается у меня прав лишить! О, нифига себе, бэха несется, а! Да ну нафиг, ну-ка, стоять! Стоять, я говорю! Ты видал? Офигеть, я проехал, прикинь! А за несоблюдение требований остановки полицейским, ты можешь забрать права. Точно? Конечно! Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поехали за ним быстро! Поехали! Давай, давай. Чё, ну.
Русик, давай быстрее. Да кого быстрее? Капец, вон там, вон через 10 машин уже не успеем. Ну давай на встречку быстро выскакивай. Вон, смотри, свободное место. И поехали, ты ж да? Свой. Поехали, ладно, поехали. Давай. Вот ты же, Матеев, ты хитрый, серьезно, специально, чтоб я по встречке проехал, а? И за это, чтоб ты у меня права забрал, да? Вот ты хитрый какой, а? Русик, как ты задолбала, все ты знаешь, а? Блин, слушай, я уже не знаю, я ДТП создавал, ты меня останавливал, я проезжал, Русик на встречку не выехал, я уже не знаю, что еще придумать. Слушай, точно, слушай, план есть, давай, когда Русик трезвого водителя вызовет, да? Ты, короче, приедешь, но предварительно бухнешь немножко, да? А за передачу руля нетрезвому человеку я тоже могу забрать у него права, а? Нет, ты что, я на это не подписывался? Ну подпишись! Я не буду на это подписываться. Ты подпишись, запарил! Нет, не буду я. Ты запарил, ну подпишись! На это точно нет! Ну подпишись! Нет, нет, нет! Ну!